Надвигается непогода? И еще как! Важно, чтобы вы знали, как подготовиться. Дома приготовьте радио, фонарик или аварийное освещение. Мобильный телефон, запас батареек для всех приборов, теплые вещи и одеяло, сухой паек и питье. Снаружи дома прочистите водостоки и подрежьте ветки. Теперь, когда вы знаете как, вся ответственность за подготовку на вас. Пусть у нас будет теплая и безопасная зима.